Вечер Полтава, с вами я, Александр Демидович. Я нахожусь на Юровке. Здесь пресловутый тракторист-виртуоз с депутатом городского совета Иваном Диденко где-то чистят дороги. Я вот вижу его работу. Сейчас мы будем говорить спасибо. Відчиніть, будь ласка. Відчиніть. Добрий день. Вас Олег зовут. Я приехал вам сказать от полтавчан спасибо большое. Вы уже легенда на всю Полтаву, как вы работаете. Спасибо большое вам за вашу работу. Что вы скажете, как вас Полтава встречает? Хорошо. Все нормально? Да. Все устраивает, отдохнуть есть возможность. Да. Питание. Хорошо. Все нормально? Спасибо вам большое. Ваня, что скажете? Можно действительно сказать большое спасибо человеку, который уже пятые или шестые сутки, наверное, не покладая рук, расчищает город. И сейчас вот наконец-то мы добрались до моего округа, округа Юровка, и я думаю, сейчас плодотворно поработаем, насколько это возможно. А говорят, что-то у вас случилось было? Да, немножко была поломка, но уже все. Все нормально? Да. Все. Спасибо, не задерживаем. Удачи. Спасибо.